Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Asus Zenfone 7 Pro сбросить настройки камеры. Заходим в камеру. Настройки. Давайте включим тут абсолютно все функции. После чего, чтобы сбросить настройки все обратно, нажимаем «Сброс к настройкам по умолчанию». Нажимаем «Ок». Как видите, нас возвращает обратно. Даже снова показывает подсказки. Зайдем в настройки, и как вы видите, все те функции, которые мы только что включали, снова выключены. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!